Приветище! Это плохой парень в школе, и мы продолжаем здесь чудить. Зарабатывать репу вот у этих плохих парней и становиться такими же крутыми, как они. Такими же лысыми, да? Ну, в общем, неважно. Они дали нам задание. Называется это задание следующим образом. Free the chicken from the hen house. То есть, бесплатная курица для курятника. Я не видел здесь ни разу курятника, не видел здесь куриц. Но, по всей видимости, эти курицы бродят где-то вне школы. Наверняка есть где-то ферма. Сейчас мы сядем в тачку директора, конечно же, а может быть и не в тачку директора. Жалко, что они на вид все одинаковые, давай вот эту вот красненькую. Наверное, это тачка директрисы, она обожает красный цвет. Не спрашивай, откуда я это знаю. Просто она женщина, а женщинам нравится красный цвет, но не всегда. Итак, мы, короче, выехали со школы, мы сбежали с урока и ищем ферму. Ферму с курицами, нам нужна курица. На кой черт нам курица? Что взбредет плохим парням, то мне приходится выполнять. Вот это вот что такое? Опа! А вот и курицы, смотри-ка. Курочки. Кура, 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 кура. А это не курятник ли? Открываем. Опа. А что это все курицы сбежали? Миссия выполнена. А, мне нужно было всех кур высвободить. Все понятно. Фри чикен это типа освободи куриц. Смотри, они как стая бегут. Цыпа, цыпа, цыпа. Могу я схватить одну курицу? Не, не могу. Жалко. Блин, а куда они так стая бегут? Неужели в школу? Так, ну а пока я здесь бегаю и шалю, быстренько опускайся под видео, ставь свой королевский лайк. И не забудь подписаться, если ты еще не подписан. Это очень важно. Давайте, ребят, забегаем, забегаем. Но ты посмотри, они целенаправленно в школу бегут. Опся, там директриса вон идет, смотри. Главное, чтобы она ничего не запалила. Обалдеть, они еще по лесенке поднимутся, да? Ну действительно. Ребят, я бегу с вами. Опа, нифига себе. Смотри, они пенают учеников. О, капец. Капец! Курицы накидываются на учеников! Жесть, они сейчас тут всех запинают. Обалдеть! Крутяк. Эй, пухлый, тебя курица избивает. Если ты тронешь своими пальцами, это будет петушиный поступок, понял? Ладно, короче, пойдем к плохим парням сходим. Пацаны, там такое! Там курицы устроили дестрой! Ладно, давай возьмем другой квест, что они нам скажут. Взять школьный автобус и погрузить его в озеро. Блин, ну я уже это делал. Я как-то даже не в озеро его погружал, а вообще в море скидывал к акулам. Ну ладно. Вот он наш красивый желтенький автобус. Сейчас мы его хватаем. И по всей видимости его нужно в то же озеро, куда я и каталку возил, да? Блин, долбанный знак. Сейчас пока я довезу этот школьный автобус, расфигачу его к чертям. Ну чё? Да блин, нет, только не в забор. Жалко, тут забор не ломается. Ну вот, мы почти подъехали к озеру. Оно где-то здесь у нас. О, кони. Тут есть лошади. Обалдеть. А будет такое, чтобы я угнал лошадь? Там вон одна лошадь в доме стоит. Прикол. Так, короче, вот оно, озеро. Сейчас я попытаюсь сюда заехать и утопить автобус. Yeah, mission complete. Я вместе с автобусом утопился. Надо вылезти. Чё за фигня, Вставай давай. Вставай. Мужик, соберись. Меня что, автобусом придавил? Ну я же возле автобуса лежу. Так, все. Все, наконец-то. Пацаны, пацаны, автобус утоплен. Вы бы это видели. Там вообще такое было. Там капец. Чё по следующему заданию? Давай. Бросить какую-то фигню в бассейн. Бросить ботаника в бассейн. О, да, вот это я обожаю, ботаник. Ботаник мой ненавистный, мой любимый. Вот он, ботаник, иди сюда, иди сюда. Пошли купнемся. От тебя потом воняет, тебе нужно срочно искупаться. Бассейн, он ждет тебя. Господи, этот ботаник словно таракан. Пытается перевернуться, но у него ничего не получается. А если я еще сделаю вот так вот, то кажется, как будто он по стене, как Спайдермен бежит. Ладно, в общем, хватит уже фигней страдать. У нас миссия, важная миссия. Нам нужно скинуть тебя в бассейн. Кстати, там акула еще плавает, нет? В комментариях просили акулу вытащить из бассейна и бросить обратно в море, потому что она умрет. Потому что вода тут хлорированная. Так, пацаны, чего вы там третесь вдвоем, а? Вы что там творите? Все, отплыли. Так, ботаник, иди тут. О, нифига себе, я тебя перекинул. Ничего себе мощный. Подожди, ботаник, стой. Не торопись, не суетись. У нас еще с тобой получится. Ну вот, я его случайно уронил так. Черт, подожди, я хочу тебя кинуть. Подожди. Так, иди сюда. Вот так вот. Кидаем его вон туда. Во, получилось. Ништяк. Он не убился?
Братиш, вставай. О, слава богу, он живой. Ну все. Чуваки, ботан искупался, вы бы видели это. Я вначале подумал, что он откинулся прямо в бассейне, но потом все нормально, он живой, если что. Выиграть бой против спортсмена. Вот он, наш спортзал. Ну-ка. Эй, атлеты! Так, я буду биться с ними нечестным методом. А что насчет поджечь их, кстати? Попробовать газовый баллончик. Вот так вот, ну-ка. Оу, горячо, ребята, горячо. В этот угол забился. Блин, я спугнул атлетов. А, во, один бежит обратно. Так, тогда я буду играть с ними не по правилам. Иди сюда. Вот это его размозжило. О, он начал меня бить. Он сопротивляется. Ну, конечно, бита против кулаков, это нечестно, вообще никоим разу, но мне нужно по-быстренькому выполнить миссию. О, бабочки. Спасибо за бабки. 83 бабочка. Кстати, а что будет, если я вот этого чувака отпинаю? На тебе! Ой, мне сейчас будет плохо. Блин, он меня поймал, я еще биты ему зарядил. Пацаны, я там не только атлета, короче, отфигарил. Но, в общем, все прошло гладенько. Сжечь копии документов в математическом классе, что ли? Вот, я нашел Teacher's Room, но это не Teacher's House. Это точно не то. Так, здорово, ребят. Погоди, а может быть Teacher House это, короче, дом учителя? А есть у нас здесь такой на площадке? Короче, все пучком, все выяснилось. Нам помогла стрелочка, нам действительно нужно найти учительский дом. И сжечь там математические копии какие-то. Видимо, это контроха. Сейчас контроху сожжем, и все будет пучком. Опа. Двери открыты, прикинь, училка в школе, а тут двери открыты. Тут даже мебель есть. Наверное, я, пожалуй, слезу со своего скейтборда, чтобы тут не наследить. Ищем документы. Документики. Почему я их искал в туалете? Нифига себе, училка роскошно живет, смотри, какой у нее телек крутой. Так, что у нас тут? Похавать ничего нету, блин. Холодос можно открыть? Не, нельзя. Это тебе не зомби Эйсер. Поднимаемся на второй этаж. Кроватка. О, вот они документы. Итак, нужно их сжечь. Значит, берем жигу и устроим здесь фейерверк. Вот так вот. Че, нет, так не работает, что ли? Погодь. А что сделать-то с ними надо? Подорвать, что ли? Во, наконец-то я их поджег. О, блин, как горит. Сейчас нафиг это. Дом сгорит. Третий день быстро пролетел и уже настал четвертый. Что ж, пойдем посмотрим, что нужно сделать в этот день. Ну, во-первых, нам нужно кинуть какие-то бомбы в двух взрослых. Что за бомбы? Это, скорее всего, вот эти вот. Да, стинг-бомб. У меня она одна, мне нужно купить еще одну. Придется ехать в магаз. Во-во-во-во-во, куда ты прешь? Нифига себе, я чуть тачку не сбил. Точнее, тачка чуть меня не сбила. Ты офигел? Я тебя сейчас, знаешь, что? Он, кажется, стол врезал. Давай попробуем эту тачку подорвать нафиг. Так, совсем обурели, а? Катаются, тут школьников сбивают. Получай! Вот это я бомбанул. Правда, мне тоже досталось. Смотри, он дальше поехал. И снова в знак уперся. Ну и блин, тебя ничего не спасет, мужик. Кстати, мне плохо, я какать хочу. Так, братиш, мне нужны бомбы. Вот эти вот вонючие бомбы, которые замедляют всех. Еще одна, спасибо. Тратить денег много не хочу, но куплю еще одну. Стишок получился. Короче, деньги здесь нужны для того, чтобы потом сходить в магаз и купить себе крутой кожаный костюм. Я очень хочу купить себе брутальный, мощный костюм, чтобы меня все боялись. Ну, я же типа бандюган, и мне нужно соответствовать по стилю, правильно же? А я вижу уже первую жертву. Так. Директор! Ух ты, сейчас я в директора бомбану этой бомбочкой. Директор, лысая башка, дай пирожка, лови. Готов! Ой, дымовуха! Бежим. Мне нужно еще в одного попасть, чтобы меня не схватили. Где еще одна бомбочка? Так, директор там за мной не бежит? Че, все что ли? Mission complete? Как-то так. Я только в одного кинул. А, тут вот этот вот, видимо, чувачок подошел к этой дымовухе и тоже заморался. Ну ладно, мне же проще. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, пацаны за мной гонятся. За мной гонится этот мужик, он меня раскрыл. Черт подери, ёкарный бабай. Муха-цикатуха. Нет у меня монеток, отстань. Надо было не доставать эту бутылку с этой жижей. Капец, он за мной бежит. Надо в тачку сесть. В тачку, быстрее. В тачку садимся. Давай, залазь, не могу. Блин, не могу почему-то в тачку залезть. Видимо, то, что руки забиты. Так, перелазим через забор. Ну-ка, а, он оббегает. Ну, красавчик, отбегай. А я пойду в тачку сяду. Хо-хо.
обманул дурака. А, все. Он устал за мной бегать. Ну и хорошо. Забегу в дом. Поищу тут бабосики. Вот, бабосики есть. Отлично. 99 баксов у меня есть. О, еще. Ништяк. 104 ба... О, еще. Обалдеть, сколько тут бабла раскидали. Чума. Так, ну что? Я думаю, что мы можем уже сходить в магазин и прикупить мне крутой костюм. Идем, короче, в Макзик. Кастомайзинг. И выбираем костюм. Что у нас тут есть? Давай посмотрим. Костюм клоуна. В доспехах. Офигеть. Это какой-то Элвис Пресли. Тут у нас еще кимоноха самурайская. Костюм из Игры Престолов какой-то. О, что это за Звездные войны? Это я поеду в отпуск в этом костюмчике. Месье, а не соизволите ли мне кинуть в шляпу бабла? Так, значит, я пришел сюда за кожаным костюмом, покупай его. Ништяк, я теперь вообще мощный. О, да, гроза местной школы. Еще и причесон крутой. Эй, девчонки, не хотите познакомиться? Ну то шел, не мешай мне тут. Шел нафиг, скрылся в тумане. Ай, ладно, короче, фиг с ним, с этим парнем, какой-то уперистый попался. Пацаны, что-то вы как-то стрёмно одеты, вообще, может быть, это мне вам задание давать, а не вы мне будете, а? Че, кого, чикирио бомбини? Вы посмотрите мою кожанку крутую. Я черный мачо, ё-моё. Ладно, давай следующее задание, пофиг. Фига себе, вот это задание, снять брюки с директора? Хо-хо-хо-хо! А как я это сделаю? Что, реально можно брюки как-то снять? Эй, чувачок! Так, ладно, вначале нужно забежать в кабинет ботаников. Вроде как они там смастерили для меня какую-то чудо-штуку. Возможно, она поможет мне снимать брюки. Кабинет ботаников, где они могут сидеть, как ты думаешь? Где любят ботаники сидеть? Ботаники? Кабинет химии, может быть, здесь ботаники? О, точно! Вот она эта штука, что это такое вообще? Давай возьмем. Спасибо тебе, ботан, что изобрел для меня эту штуку химическую. Тут еще одна. И что это такое? Давай глянем. Гравитационная пушка! Этот ботан явно переиграл в Half-Life 2. О, да. Итак, кого я могу загравитить? Ты посмотри. Вот это ржака. Пацан. Ой, ё-моё, вот это жесть. А что-нибудь кроме учеников я могу присосать в эту пушку? Не, походу только живых людей. Чума. Так, а как насчет огнетушителя? Не, огнетушитель тоже никак. Блин. Ладно, пойдем директора ловить. Ой-ой-ой, меня баскетболист запалил. Пушку надо убрать. Пушку убираем. У-ху-ху, бежим. Быстрее бежим, бежим, бежим. Прыгаем. Прыгаем. Опа. Давай, ну же. Фух, там еще директриса за мной зацепилась. Нужен скейт. Скейт, скейт, скейт. Погнали быстрее. Нифига себе, за мной толпа, ты посмотри. Жесть. Они, по-моему, не за мной бегут. Они хотят отобрать у меня грави-пушку. Не, не шиша. По-любому сами хотите с ней поиграть. Все, вроде бы отстали. Так, 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 вон он, директор идет. Я его выследил. Интересно, если его упаду с крыши, я не убьюсь? Ух, блин. Не, слава богу. Я же в крутом кожаном костюме, как супергерой. Так, значит, давай грави пушку. Ну-ка. Блин, вот это, конечно, очень плохо, что я схватил директора. Что мне теперь делать? Ой. Давай пулем его вверх. Прощай, директор. Ой-ой-ой, он сейчас разобьется по-любому. Нифига себе, он как мячик отпрыгнул. Директор, я надеюсь, ты жив? Вроде он бодрячком, слушай. Куда ты пошел? Как ты с крыши вообще слезешь? Очень любопытно. Так, убираем нашу грави-пушку. Ага, он просто встал на край. Эй, ладно, я тебе помогу. Иди сюда, я тебя спущу. Так, и как тебя пустить? Блин, я не так хотел. Директор, прости. Футбольное поле, его запульнул. Я просто его хотел снять оттуда, с этой крыши. Директор, ты где? Куда директор делся? Куда директор подевался? Директор! А, вон он. Вон он. Следит за футбольным мячем. Ну ты чё? Ну ты как? Как дела? Так, мне нужно с тебя как-то штаны снять. Директор, отдай свои штаны, а? Дай штаны. Есть, есть! Ты видел это? Я реально с него штаны снял. Убегаем, валим отсюда. Ой, вот это умора. Я не знал, что у него штаны такие, как это, семейники с сердечками. Ну и стрём. Блин, 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 этот директор что-то вообще на меня сильно разозлился. Он не хочет отставать от меня. У него же там не стринги были. Все, вроде бы отстал. Фух. Ладно, пойду пацанам расскажу. Там такое, такое. Пацаны, вы мне не поверите. У нас, короче, директор носит семейники с сердечками. Но ребятам пофиг на самом деле.
Это же не стринги, чё такого, чё стрематься, да? Вроде нормальные семейники. И они дают мне следующее задание. Призвать дождь на тотемном поле. Это что за мистика пошла? Это что, мы в бога дождя сейчас будем играть? В Тора, что ли, или чё? Где мой Мёльнир? Во-первых, мы сейчас с тобой едем на тотемное поле, по всей видимости. Тотемное поле — это не футбольное поле, нифига ни разу. И вот стрелочки нам показывают, что нам кажется вот сюда. В этот дом, что ли? И чё там будет? Это чей-то... Ух ты, там тотемы, смотри. Ё-моё, вот он и тотем. Это не поле, это столб тотемный. Блин, ну да, вот он, тотемный столб. И чё мне с ним сделать? Пошаманить возле него нужно? Так, я его покрутил, и чё? Я призвал дождь? Прям в доме дождь пошел, смотри. Еще бабки тут нашел, круто. Фига себе, я управляю погодой. Воу-воу-воу, затопило весь район. Жесть. Капец. Я не хотел этого. Как же мне теперь покосить в школе, вы чё? Так. Фига себе, вот эта молния тут начала фигачить. Кажется, разгневался бог Тор. Он сейчас, походу, сюда спустится и надает мне люлях. А чё, где все? Вон, ученики тут под водой плавают. Это чё за подводный мир, блин? Эй, русалки, пойду-ка я в школу поучусь. Если ты хотел узнать, как выглядела школа русалок, то вот тебе, пожалуйста. Примерно как-то так. Эй, Аквамен! Здесь есть Аквамен? Акула! Акула в школе! А, жуть! Обалдеть. А я ее вытащить же отсюда могу. Акула, пошли со мной. Вот так вот. Я спасу этот мир. Я супергерой теперь. О, все, дождик закончился. Ну ладно, акулу выкидываю. Ладно, ладно. Сейчас тебя выкину в море. Не переживай. Самое интересное, откуда эти школьники, бандюганы, знают про этот тотем мифический и очень мощный, а? Что это за школа такая? Так, акула, я тебя притащил, давай. Иди, плыви. Прощай и больше не возвращайся. По-моему, она утонула. Хоть она и акула. Ушла под воду, как гиря. Пацаны, пацаны. Что сейчас это было вообще? Какого лешего нашу школу затопил? Вообще наш город затопило. Откуда вы знаете про этот тотем? Ну, пацаны, понятное дело, мне ничего не сказали. Сказали просто, давай выполняй наше поручение, или мы тебя побьем. Конечно же, я не хочу быть побитым. Итак, следующее задание. Возьмите машину директора и отвезите ее на склад металлолома. О, мы там были, я туда коповскую тачку отвозил. Ладно, сейчас. Похоже, что директор очень сильно насолил этим бандюганам местной школы. Потому что они очень часто обращаются ко мне, чтобы я напакостил директору. Почему здесь одни красные тачки, я не понял. Я взял один раз красную тачку, теперь они все красные. Кстати, директор сменил тачку на красную. Обалдеть. Видать, ему тоже нравится красный цвет. Ну чё, погнали. Значит, мы сейчас везем эту тачку на переработку металла. Там, где тачку его спрессуют и превратят в груду металла. Ну вот, мы и приехали почти. Вот он, этот кран. И чё нам нужно? Просто подвесить тачку на кран, что ли? Так, так, так. Встаем ровненько. Сейчас подвесим. Ну все, теперь директор свою тачку вообще никогда не увидит. О, да. Миссия выполнена, но я хочу тачку закинуть куда-нибудь, я не знаю, куда-нибудь. Вот сюда, в мусор просто поставить и все. В мусор. Ой-ё. Ну ладно, так тоже сойдет. Тут еще бабки сразу за работу мою. Ништяк. Теперь я снова при деньгах. А то все спустил на костюмчик. Эй-ё, парни. Я все сделал. Все по красоте, как вы просили. Чё дальше у нас там, по плану? Использовать фейерверк на спортсмене-качке! О-хо-хо, это те здоровые дылды, что ли? Кстати, вот он один из них. Этот качок-дылда. Блин, не нужно в него запустить фейерверк. Главное, чтобы меня тут не поймали. Так. Когда он пойдет? Спиной ко мне. Вот сейчас этот момент настал. Я достаю фейерверк. Фейерверк. И запускаю в него. Бух! О, да, правда, мне тоже, конечно, досталось. Congratulations! Четвертый день подошел к концу, и я получил джетпак! О май гарбл! Кто его собрал? Кто это сделал? Дайте я расцелую этого ботаника, который собрал джетпак. Фу. То, как я буду использовать этот джетпак, ты увидишь в следующей серии. Поэтому, если ты жаждешь этого, то поставь лайк под этим видео. Не забудь подписаться, если ты не подписан. А на этом все. Я с тобой прощаюсь. Пока. Увидимся в следующем видео.